О, я застрелю. Кабан. А ну-ка, Сережка. Димас, быстрее, он на меня идет. Эй! Ты дурак, что ли? Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, как всегда, очень много подписчиков. Серега, поздоровайся. Всем привет. Сегодня мы играем на очень крутом проекте Димас Крафт, потому что мы сделали этот проект сами на сервере DayZ. Есть еще один сервер Techno Magic, но мы будем играть на нем в следующей серии. Если пить, кушать, приятного аппетита, а сегодня будем выживать, мочить зомбаков тем оружием, которое мы найдем на карте. Ну и так же самое можем мочить и других игроков. Останавливаюсь. Самое обидное, Серега, я лутался где-то полчаса, и меня убил зомби за 10 секунд. И все это было так зря, что видно. А ты где, Димас? Я тут. О, давай здесь полынь даем. Чё тут? Давай. Так, здесь ничего. Очень круто. Нет, о, вот. сундук, вещи заспавнились, я прям видел. Так, подожди, надо вот так вот. Эй, сундук, лутайся. Жареная свинина, куртка спасателя, штаны спасателя, аптечка. О, в тему вообще зашли. Так, мы же потом эти вещи можем продать. Да. Так, а подожди, какое у меня вещи одеты? Кожаная куртка. Давайте что сапоги себе оденем кожаные. Кроссовки. Адидас. Так, что у нас? О, это что у нас? Ничего. О, что ты стреляешь? Это лук. Огненные стрелы? Да. А в этом DayZ есть РПГшка? РПГ нету. А гранаты? Да, гранаты есть. О, это меня радует. Гранаты — это хорошо. Так, что у нас тут? Нить. Я думал, базука, аж обрадовался. Бейсбольная бита, Серега. Я сейчас буду с битой ходить. Это, вот бита, а ну-ка. Почти, по-моему, самая мощная из всех. А ну-ка, иди сюда. Прикольно сделана текстурка. Ребята, если доберется 1000 лайков, то следующую серию мы запишем на сервере Techno Magic. Там очень крутые моды, там просто магия. И там, конечно, оружие. Там есть такие всякие посохи смертельные. Мы, Серега, наверное, все покажем. Да. Так, давайте я пистолет возьмем. Вот, свинка. Идем. Эй, дай мне хоть кого-то застрелить. Хорошо. О, я баксы поднял. Аня, ты поднял. А чё я не взял? У тебя инвентарь переполнен, скорее всего. Нет, у меня еще куча хлама можно слаживать. А, это, видимо, мне зачислилось, потому что я убил. Блин, прикольно сделано. Так, Серега, это в каком-то городе, да, мы? Да. Город Арбузов. Это Ерорки, как в Гаррис Мод. Да, есть. Похоже, да? Очень похоже. Я уже хотел сказать, мы что, забыли Counter-Strike Source подрубить? Чего ты зла контент? Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся записать что-то очень интересное. Наконец-то наш канал разнообразится очень прикольными сюжетными линиями. Поэтому это будет часть номер один. Будем делать серию. Следующую серию, наверное, мы с Серегой запишем с тобой и Виктором Кошаком. Здесь типа метро, ой, метро, это рельсовые дороги. А мы что, можем скрафтить себе кабаки и поехать куда-то по рельсам? Наверное, да. А может, по рельсам пройдемся и посмотрим, куда они ведут? Так, давай тут полутаем. Здесь, кстати, открыто. О, я застрелю. Кабан. А ну-ка, Сережка. Димас, быстрее, он на меня идет. Эй! Ты дурак, что ли? А что надо на него столько патронов тратить? Да. А ну-ка, мне баблища, дайте хоть 1,3 доллара. А ну, Серега, ты возьми, подойди. Кто убивает, тому и дается. Все по-честному. Серега, смотри, сколько там домов. Или мы оттуда пришли? Ну, по сути, не, мы оттуда где-то пришли. Вот оттуда где-то. А вот там, по-моему, не. Не потрать патроны новые. Да, вот рельсы. Рельсы. Давай сюда пойдем, в сторону рельс. Давай.
Так понимаю, на карте все очень много построек и все продумано до мелочей. Это типа станция. Да. О, сундук, ты видел, там заспавнились предметы? Да, да. Может, оно и прикольно, что они часто спамятся. В этом есть какая-то фишка. Все равно убьют. Так, пистолет беру. 5 патронов. Не обидно будет. Тогда. Серега, а где патроны брать? Покупать или находить. О, косяк. О, я что, ТНТ могу теперь скрафтить? Да, мне написано достижение. С ТНТ связано что-то. Порох взял? Да. Так песка нет. О, дай я застрелю эту овцу. Две овцы. Вот, блин, надо навесиком стрелять. Ого, она такая меткая. Четко. А ну да. Да что ты такая косая? Эй, патронов нет, Сережка. Давай я скину половину. Кожаные ботинки, жареная свинина, ничего такого. А ну давай. О! Зарядился. А ну... Да что он так... Ты видел, он раз криво, да, летит? Да, да, да. О, отлично, Серега, мне баблище. Ля-ля-ля-ля, я так люблю, когда баблище выпадает. Мне нравится. Сейчас будет темнеть и будут зомби. О, наконец-то, ребят, все будет настоящее выживание. Серега, если я умру, ты не будешь меня строго осудить? А ты вот в руках держи щит. Он сильно спасает? А где он? У меня нету щита. Эй, щит. Я его, наверное, случайно потерял? Ну да. Fucking shit. Куртка спасателя. Вот давайте куртку спасателя оденем. Она, мне кажется, более поярче смотрится. Хе-хе, прикольно. Так, нитки не надо. О, аптечка. Аптейшн. А, я не... А, могу, могу. Так, лечимся. Чё, Серега, ты мне там даешь? Да, ничего. Ничего. Так, пистолет. А тебе надо что-то дать хавать? А ты патроны мне давал? Много патронов дал? Да, 5, 2,5. Так, у меня осталось 8 штук. Ну все, хватит. Эй, Серега, темно очень. Идем туда до света. Давай. Сильно темно, вообще ничего не видно. Но в этом есть прикол DayZ, когда реально это все должно быть ночью стрёмно, и ты не выживешь. А какие разновидности зомби? Тут очень много их. По идее, я встречал только пока что 2. Это вот этот мощный зомби, обычный зомби. Ну, скелеты, криперы по стандарту. Ну, есть мощный и обычный зомби пока что, я не знаю. А это ты, Серега, я уже вас путаю. Я не привык, что у тебя такой скин крутой. Давай, наказывай, подлеца. Где моя бита? Хорошо, повезло ему, что я биту не успел использовать. Повезло, повезло. Конечно. Так, конечно. О, иди замочи его. А ну, покажи свои навыки. Сейчас зарублю его. Куда делся? А куда он реально делся? Секунд, выходи. Стекло вонючее. О, овца. Вон он. А ну иди. Нифига себе, он тпхнулся, неплохо так. Иди сюда, ты говно такое. Аптечка, давайте полечимся. Он опять улетел. А чё он такой добрый? Так. О, церковь, Димас. Тут церковь. О, давай я до церкви иду. Духовная. Прям так всё. О, Серега, у меня щит есть. Опа, я теперь могу закрываться. Rainbow Siege. Эй, слышишь? А я сейчас умру! Ой! Дима! Давай, ну что ж, конечно. Замочил своего. Кстати, а чё щит не защитил меня? А ты правую кнопку мыши нажимал? Да. Точно? Да. Давай, тэпайся ко мне, тут вещи твои валяются. Никто не забрал еще? Нет. Мои вещи все. Ого, у меня вещей. Аж тяжелее стало ходить. Идем в церковь? Пойдем. Ты лучше броню на себя одень, ты, а то голый. Головожопик. Да нормально, новые штаны за 40 гривен. Так, что у меня еще есть? Так, вот это, башмакеевы. Кепки, а, кепка есть. Шлем спасателя, так? Я теперь спасатель. Что тут освещаешь церковь? Ай, сам себя. Жопа горит. Карта просто для изучения, просто ходи и изучай.
И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!